Я такую маленькую, знаете, предысторию расскажу. Еще ровно год назад Алла всем эту историю раз начала рассказывать в свое время, но я тоже имею право рассказать. Буквально год назад мы сидели с ней в парке города Воронеж и ели одну мороженку на двоих, потому что не было возможности купить даже одну мороженку на каждого. Это был очень сложный финансовый кризис в наших семьях. Очень сложный финансовый кризис. Я говорила: Алла, подожди, когда-нибудь придет такое время, когда мы с тобой сядем и будем кушать не только мороженку, а будем и пить вкусно, и кушать вкусно, бывает в красивых местах, нужно только время. Она говорит: да, Ленчик, у нас с тобой все получится. И вот 14 декабря, благодаря Алле Князевой, она пригласила меня в компанию Crowd One. Скажу честно, я не изучала маркетинг, я не понимала, что за онлайн-игры. Я врач, я земной человек, как я какие-то онлайн-игры. Я не понимала этого, у меня не укладывалось в голове. Она говорит: дай мне 5 человек, я сейчас их проинформирую, кому нужны деньги. Я говорю: ну, Алла, возьми. Алла взяла этих людей, дала от души, от сердца эту информацию. И вдруг... В течение 2 недель я получаю первые 200 евро. Ребята, у меня был очень сильный кризис. Я прыгала, как олимпийская чемпионка, потому что эти 200 евро мне дали возможность выехать домой, потому что в тот момент я находилась с диагностикой, занималась диагностикой всего организма на аппарате в Дагестане. И у меня не было возможности выехать. Для меня это было что-то, потому что билеты дорогие. И Алла для меня это был, как, знаете, небесный дар. Я стала понимать, думаю, ну как так, откуда 200 евро? Ведь откуда они берутся, у меня еще нет людей. И вот пройдя буквально этот маленький путь, маленький совсем путь, это 4,5 месяца, я приезжаю 8 января в Дагестан вновь после праздников и встречаю там своего первого человека, очень доброго человека, Евгения Сафронова, как я вот любя называю, мой технический личный директор. И он говорит: Оля, тема классная, давай разберемся, давай. И понеслась душа в рай, как говорится. Пошли люди. Спасибо огромное Хабилу, который буквально через несколько дней моего пребывания в Дагестане приехал помочь нам с презентацией. Вы знаете, первая презентация была 50 человек, мы собрали за 2 дня с нашей командой на презентацию. Это было феерически. И с этого момента пошел мой бизнес. Я стала разбираться в маркетинг-плане, я стала изучать компанию, я стала смотреть руководство. Я зажглась изнутри настолько, что я сказала: вот теперь я вот именно там, где я должна быть. Я должна сюда привести людей, потому что мне не стыдно за компанию. Мне не стыдно за то, что я делаю. Я готова с трибуны кричать о том, что это единственная компания, единственное место, где можно безрисково заработать огромные деньги. Компания щедро делится с каждым партнером своими идеями, своими доходами, очень щедро. И вот на сегодняшний день я, Ольга Еремеева, имею статус директор 2 звезды. На сегодняшний день я купила коттедж за 5 миллионов. И именно сегодня я с вами разговариваю с салона автомобиля. Я подъехала, сейчас покажу прямо вот, если видно, подъехала Nissan Center, Hyundai, Kia. И сегодня я оформляю автомобиль стоимостью 2,5 миллиона рублей. Друзья мои, ровно 4,5 месяца назад у меня не было даже возможности, понимаете, сейчас будут слезы радости, даже помочь своей семье. На сегодня я бесконечно благодарна, Алла, тебе за эту возможность. Я преклоняюсь перед руководителями, создателями этого проекта, потому что сколько счастливых глаз я сегодня вижу, вы даже не представляете. Я рада за свой любимый Дагестан, люди встали на ноги. После долгих разочарований в компаниях, понимаете, это очень важно. Самое главное, друзья, это не падать духом, это влюбиться в то, чем вы занимаетесь. И, конечно же, верить в то, что вы делаете. Я искренне каждому из здесь желаю, как я люблю говорить, это уральского здоровья, кавказского долголетия и проливного денежного дождя. Я до сих пор помню, в декабре, когда позвонила мне Алла, она мне сказала: Сал, что-то такое невероятное, нереальное идет к нам в Россию, пришло. Это просто, ну, это даже не представляю, я тебе не могу это объяснить. Это просто здорово.
Ну, я спросила, ну что там, это был, ну, перед Новым годом, и мы все готовились, Новый год, подарки, дети, все такое. И не до этого была какая-то суета, и я до сих пор помню, как она сказала, вот ты знаешь, вот компания маркетинговая, она дает возможность, есть 4 вида пакетов, но здесь партнерка просто шикарная. И я тогда помню до сих пор, ну ладно, Алла, возьми на минимальный пакет на 100 евро, хорошо, я согласна. И я помню еще, Алла, как вчера помню, она мне говорит, Сал, ну ты обрати внимание, здесь партнерка. Ой, нет, я пас. Нет, Алл, пас, Новый год, декабрь, подарки, не до этого. И, в общем, я взяла пакет на 100 евро, прошел Новый год, подарки раздались, народ отгулял, я до сих пор помню. И в январе, где-то в конце, где-то после 20 января, я до сих пор помню разговор. Звоню Але, она мне говорит. Я говорю, Алла, как у тебя дела? Ну, у меня замечательно у тебя. Я говорю, я довольна, дивиденды по средам приходят, как обещали. Мне нравится, все хорошо. Как у тебя? Она говорит, ну, а я по партнерке подвигалась. Я говорю, сколько ты заработала? Она говорит, сейчас тебе вышлю чек. До сих пор помню, 21 700 евро. У меня был шок. Я помню до сих пор, как я человек все-таки экономист, я подумала, так, ну, от дивидендов вряд ли. Даже если по маркетингу двигаться, но здесь что-то нереальное. И вот тогда, помню, с этого момента началось мое углубленное познание маркетинга. Я повернулась полностью на 180 градусов компании, начала изучать маркетинг. Я просто хочу сказать, что это бизнес от человека к человеку. И очень важно, что вы транслируете, что от вас идет. И я могу закончить свое выступление только тем, что есть такое, знаете, выражение, одна из современных истин, богат, удачлив тот, кто бескорыстен. Поэтому я желаю вам всем не завидовать, а радоваться, присоединяться очень быстро. Потому что есть еще фраза «быстрый съедает умного». Наверняка теперь вы уже лучше понимаете, почему CrowdOne бьет все рекорды в онлайн-индустрии. И что же насчет вас? Обратитесь к человеку за информацией, которую порекомендовал вам это видео. Маленькие вложения приводят к большим результатам. Через несколько лет вы будете очень рады, что вовремя присоединились, или будете сожалеть, что не воспользовались таким шансом.